Реализация президентской программы социальной газификации продолжается в регионе. В 2021 году в Подмосковье догазифицировали 1113 населенных пунктов. По темпам соцгазификации Одинцовский городской округ находится в числе лучших. Глава муниципалитета Андрей Иванов сообщил, что в первом квартале 2022 года уже запланировано проведение социальной газификации в 15 населенных пунктах, а до конца года могут догазифицировать в общей сложности 165 деревень и поселков.